Друзья, всем привет! Серия выпусков Саши Хоменко продолжается, и сегодня у нас баскетбольные челленджи. Какие бы еще, да? Челлендж? Конечно, баскетбольные. И у нас будет 4 челленджа, и за каждый челлендж бабки начисляются в банк, по которой потом мы разыграем среди вас. Как у тебя настроение? Супер. Готов? Конечно. А деньги есть вообще? Чуть-чуть есть. Как ты называешь, когда вот деньги надо проставить вот этот? Простав? Простав, ребята. И мы начинаем. Первое. Бросаем трешки за минуту. Кто больше забивает, тот и выигрывает партию. Давай сбросим, кто начинает. Давай. Сразу? Да. Раз, два, три. Я начну. Александр начинает. И минута пошла. Итак, первое. Мимо. Это хорошо. Второе там. Одно есть. Два. Три. Да хорош уже, Четыре. Пять. Я на такой не подписывался. Шесть. Семь. Восемь. Хама, ты чё? 38 секунд прошло. Восемь пока забили. Восемь. Вот, девяточка хорошая. Так, мяч ему подбил нормально. Десяточка есть, осталось 10 секунд. 11. Фуф. Маш. 5 секунд. 12. 13. И время. 14. Засчитаем. Сань, это что-то с чем-то, конечно. Машина. Давай. Так, а мне что, тебя повторить придется? Да, это... К этому я не был готов. 14 тысяч, я уже торчу Саньку. Вот, если я забью еще, это будет целый банк. Да? Погнали? Давай. Оп. Один. Один. Хорошо. Два. Три. Все, поехали. Вот это хорошо. Вот это поехали, нормальный. Да почему? Четыре. Ой-ой-ой, вот это. Пять. Пять. Шесть. 20 секунд. Я думаю, уже не Семь. Успеешь. Надо хотя бы 10. Давай. 7. 8. 5. 9. 2 секунды. Еще один, может, ты. Ну, уже. Эй! Ты зачитаешь мне? Конечно. Десяточка. Ладно, 10-14, но я хотя бы 10 выбил. Санек выиграет эту партию. На счету у нас 24 тысячи рублей. Погнали дальше. Все для вас. Ребят, меня смотрит много баскетболистов, и я вам хочу посоветовать крутой магазин Кинош Спорта и обязательно оформите там бонусную карту лояльности. Оформив такую карту, вы можете получить 1000 приветственных бонусов для новых клиентов и выбрать себе крутую пару кроссовок. Ссылку на бонусную карту лояльности в описании. Обязательно оформляйте ее. И хорошего вам уличного сезона. Ребзи, счет по партиям 1-0 в пользу Санька, 24 тысячи уже в банке. А здесь мы играем в минус 3, перекладываем. Кто бутылку заберет, тот и молодец. И 1000 в банк положим. 1000, может 3? 3. 3 тысячи, да, чтобы все хорошо у нас было. И потом мы разыграем это все в моем телеграм-канале. Договорились? Договорились. Все, Сань, ты готов? Конечно. Кто сейчас выиграет? Наверное, я. Приготовились. И погнали. Ой, пока ноль. Чё, ты передвигаешь? Давай. Да хорош, не. Надо, да нет. Все, что ли? 3-0 получается. Так я еще не сасывал, конечно. Спасибо. 27 тысяч в банке. Трехлитровой. Погнали дальше. Хорош. Это было разве...
Это самый быстрый челлендж. Друзья, счет по партиям 2-0 в пользу Санька. Мы в центральном круге, а это значит, что у нас броски центра. Кто первый начнет? Как хочешь. Могу я. А, ну давай. Можешь ты. Давай ты. Давай. Ой. Ребят, если бы сейчас он еще и этот первый раз забил, то вам бы, конечно, короткий контент лучше бы, да, заходит? Ладно, теперь я. Ай, нормально, нормально. Ладно, у меня тоже какая-то была раньше тактика, чуть-чуть правее вставать от кольца. Посмотрим, получится ли. Ой! Почти. Саша! Ой, как я под руку-то успел. Ладно, тут почти на равных мы. Бо! Челлендж затянулся, но ничего страшного. Хорошо, ребят, подпишитесь, поставьте лайк, и вот вам сразу попадание. Я же говорил. Ребята, трешечка от хамы переходит в банк. Тридцатка уже на кону. 2-1 по партиям. И сейчас сделаем бешеный челлендж. Погнали. Друзья, обязательно подписывайтесь на инстаграм Егора. Блин, такая грудь сильная. Подписывайтесь на инстаграм Егора, ссылочка внизу. Помните, что это запрещено в Российской Федерации, но ему все равно. Он там снимает крутые рилсы о тренировках и помогает вам стать лучше в нашем любимом баскетболе. Согласны? Согласны. Сними, пожалуйста, куб, как нам весело сегодня снимается, покажи. А теперь в комментариях напишите, пожалуйста, похож ли я на этого, на главного героя, как его зовут? Гру или как? Или как он там? Вот такой вот, широкий. Все, ребят, у нас четвертый челлендж. Вот такой вот безбашенный проход Basket Hall Москва к площадке. И мы будем пытаться забить туда мяч. Кто первый забивает? Сколько? Пятерочку? Пятерочку. Пятерочку кладем в банк. Сейчас на счету 30 тысяч. Вот, мы пока почти делим это первенство. Кто первый считает? Ну я, давай, раз я уже с центра забил. Коснулась душечки. Ладно, Саня, твой черед. Бра. Миминка. Что я, когда обращаюсь к подписчикам, сразу все лучше, да, становится? Барабанная дробь. Положил, наложил. Главное, не кучу. Ой-ой-ой, недолет. A few moments later. Ребят, 20-я минута челленджа. Все идет к тому, что мы сейчас забьем. Просто ветер был непопутный. Ой, не туда, ребята! Как устал Егор, я представляю. Ребят, на самом деле это быстрее получилось, чем мы думали. Просто огонь, Саня, браво. Всем как вообще, понравилось? Да, прикольно. Когда еще побросаешь с трибуны баскетбола? Так. Не, было весело, прикольно. Ну, поучаствовал бы еще. Конечно. Надо всю команду собрать, получается. Давай. Все. Было бы прикольно. Все, с тебя получается не простава, а сбор всей команды. А с меня простава. Это были челленджи с Саней Хоменко. 35 тысяч мы разыграем в моем телеграм-канале. Подписывайтесь обязательно туда, вывести пост и занимайтесь хорошими делами. Всем пока.